перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Бля, те обосраши, которые хотят приехать в Барселону. Бля, я жду уже 4 года, нахуй. Хоть уже кто-либо уже, ну, пожалуйста. Ну, реально. Вам очень запомнится эта встреча. Ребятишечки мои. Дорогие. Здорово. Салют. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. На улице как дела? Охуенная, все так же не сплю. На улице погода просто мрак. Конкретный причем. Что за хуйня с Кизары? Бля, да просто этот высер заебал уже. Вот и все. Хуйню какую-то пишет постоянно за то, что все рэперы говно, бля. Такое ощущение, что его пиздили в детстве рэперы, и он решил высаживать теперь всех по ту сторону баррикады, бля. Вот такой, сука, жук, понимаете, вот такая мышь, блядь. Я на улице, где я? А ты где, сука? Я тебе звонил, нига. Привет, привет, привет. А, что я могу сказать? Не знаю. Ничего особенного, Скидзара просто прокомментировал ситуацию, то, что он страдает хуйней, вот и все, ничего серьезного. Он меня в ЧС закинул, блядь, очень смешно. Да я же, что Скидзар, я уже ответил, что этот чувак, блядь, высер заебал просто. Ну, серьезно. Газует как-то неправильно. Как дела? Привет, Настя. А где Настя? Она что, зашла, что ли? Салам, салют всем. Мафака. А, вот, Настя зашла, да. О, Дана, здорово, Дан. А, погода просто ужас. Бля, он как пиздюк. Да, ЧС потом пиздит, типа, вот такие все хуёвые все дела, бля, как негативный ребёнок из фильма. А, как же этот фильм назывался? С Мик Адамс, по-моему. Там был такой чувак маленький, вот, он постоянно злился и негативил. Как бы на секундочку, бля, он меня заглючил, да, наверное, прямой эфир, потому что... Я поднимаюсь. Чёрт. О, чёрт. Блин, теперь у меня все зависло. О, отвисло вроде. И все люди разбежались, нахуй. Спросили, чё, кого, как там, чё сказали, бля. И разбежались, мне кисти. Да, я домой зашел, потому что на улице дождь пошел жесткий. Чем такой реально дикий. Какая-то жесть вообще. Непонятное происходит. О, чаёчек. Сейчас я выйду на балкончик.
Салют. А когда новая песня? Скоро. Блин, жесть, на улице страшно. Очень. Привет. А, привет, привет. Пусси, да он тебя зад надерет. Пусси, да он тебя зад надерет. Ну, блядь, пусть приезжает в Москву. Вообще по хуям выскочи с ним. Какая разница? Если уж газуешь, мне кажется, нужно газовать до последнего. Здравствуйте, здравствуйте, привет. Что там тебе Кизару ответил? А то не видно было. Он ответил так, типа, блядь, чувак, твой рэп говно. Ну, собственно, как и старая телега. Все рэперы говно, а он охуевший тип. Ну, блин, просто я прокомментировал ситуацию, ничего серьезного. Ну, мне просто не понравилось. Я просто, с одной стороны, как бы, мне, например, как артист Джимбо симпатизирует в плане, как он делает музло, и мне не понравилось то, что Кизара чисто на похуй ему, ну, так вот чисто ответил ему, так, знаете, вот как обычно он отвечает, то, что все говно, он true, и это не очень круто. Привет, привет, ты дома будешь или поедешь куда-то? А я сейчас дождусь, поеду на студию, мне нужно на студию доработать трек, и потом домой. Да, планирую, ты прав. Подключи кого-нибудь к эфиру. Пау-пау! Меня последнее время тянет бок. А, я, бля, самое прикольное, короче, когда вот эта ситуация произошла, что мне в честь закинул. Знаете, как бывает, когда тебя кто-то обсуждает, уши горят жестко. И вот у меня загорелись уши, прям пиздец, так загорелись, что я думаю, что они сейчас отвалятся. Вот с одним сейчас пообщался, закинул в ЧС. А во сколько ты можешь приехать? Ну, приезжай к часу. Нахер ты со стариком связываешься, как девочка блочит себя. Да похуй. Нахуй, вот, получает, вам одного бланка недостаточно. А что у тебя с Мэлисон? Блин, столько разных тем, которые вы обсуждаете. Что у меня с Мэлисон, что у меня с Кизаро, как я отношусь к тому третьему, десятому. Это здорово, что вам, мое мнение как-то интересно. С кем? С Мэлисон, ну я не буду отвечать на этот вопрос. Лайкнуть фоточку. Слушайте, я на самом деле, когда мне нравится профиль или нравится фотка, я лайкаю всем. Ну, типа, я нормально к этому отношусь, я захожу и лайкаю. Гофит с Кизаро. Да, вылетаю. Сейчас засылаю ему демку на почту, но... Сейчас сделаем. Кизару не хватает хайпа. Но... Не знаю, хватает ему или нет. Просто на самом деле я это сделал, прокомментировал эту ситуацию, не потому что мне захотелось как-то привлечь там, да, внимание. Нет, просто меня он доебал, и все. Я... долго молчал, я долго наблюдал за тем, как он это все делает, и мне все, мне не понравилось это. Нет, не смотрю. Бля, может, на версию его? Угу. По скайпу, если только. Он вряд ли приедет в Рашку. Ой. Заебались этим Кизяку. Будет фит с Кири или Догми? Ой, не знаю, сейчас надо смотреть. Ну, Догма очень крутой, и Кирюха, в принципе, тоже крутой парень. Ты все правильно сделал. Наверное. Не хочешь на второй сезон песен сводить? Зачем? Какой твой родной город, если не секрет? А, мой родной город — это деревня. У меня нет родного города, я из деревни родом. Поэтому я считаю, что... Для меня родное место — то, откуда я родом. С
Спасибо. Как относишься к творчеству Пипа? Отношусь нормально. Чью музыку слушаешь? Я слушаю старую школу в основном. Типа, мне кажется, вряд ли вы это слушаете. Это Тупак, это Бигги, это Эминем и прочие старички, типа Баста Раймс и прочее. Вам же сейчас нужно больше автотюна, а я так чисто за крутой флоу. Вот мой настоящий цвет волос. Тупак вышка, конечно, он вышка. Он вообще был очень крутым чуваком. Откуда я знаю, что с этим сделано? Распался уже давно. Феникс сам по себе двигается, а пацаны там тоже сами по себе. Не заебалось ли мне на одно и то же отвечать? Ну так ничего уникального не задают, никакие вопросы уникальные не задают. Собственно, что я могу поделать? Молчать? Мне кажется, это не выход. Поэтому я отвечаю на все вопросы, которые мне задают. Жми на play. Это очень крутое объединение, совсем недавно запустилось. Там очень крутые артисты и очень топовая команда. Там за творчество. Это очень здорово, когда люди работают не как бы не лишь бы там, да, как-то шейпануть, типа, да, а именно за творчество, на качество. Если материал качественный, и то все круто, то это выпускается. А не лишь бы сделать и выпуститься. Поэтому жми на плей, это самое крутое. Охренеть, столько вопросов, я даже не увидел. Ребята, извините, меня заглючило. У тебя есть девушка? Не знаю, нет, наверное, или есть. Как ты относишься к Тифесту? Нормально, типа, так. Пиздил Кизару. Привет. У меня размер ноги 42,5, 43. Если честно, я сам не понимаю, какой у меня размер ноги. У меня иногда подходит 43, а иногда 42,5. Ну, сегодня я вышел второй раз в прямой эфир, потому что я нахожусь дома, я дома сегодня работаю, потому что студия вроде как занята сейчас, и я туда попозже поеду. Сколько у меня треков? Много, и они не изданы. В сети висит там несколько треков, а демок достаточно, кстати. Связь. Который играет у меня на Инстаграм, он не вышел еще. Какая же мина и будет старая? Что? Я не очень понимаю твой вопрос. Че по кизаре? Че по кизяке? Какая связь мина и будет стар? Какая там связь? Я реально не очень понимаю твой вопрос. Где ты учился в Москве? Я нигде не учился. Я в Москве тут, дай бог, полгода, может, чуть побольше. Не побольше точно, побольше полугода. Я сюда приехал в августе где-то, в конце. Вот. В каком клипе LJ снимался? Я снимался в этом Дисконнекте и Вало. Сколько тебе лет? 21. Как у меня по здоровью? По здоровью у меня все в порядке, просто в последнее время болит бок.
Ну, это желудок, на самом деле, я думаю, нужно сходить просто к врачу и прокапаться, чтобы прочистить весь организм, и Зара едет за тобой. Он уже. Я его жду. Пусть пишет, зашлю адрес. Какой у тебя рост? 1.90 м. Какой трек ты мог играть? Я много всякого заливаю. Ой. Да, я живу здесь в Москве в съемной квартире. Как я пришел к тому, чем занимаюсь сейчас? Ну, случайно. Ну, как случайно? Я занимался вообще... Я, если честно, не любил рэп и не видел в нем какой-либо перспективы. Просто так сложилось. Что за фару можешь сказать? Что за фару могу сказать? Фару талантливый мужик. Все, все, что я могу за него сказать. Я, кстати, сегодня покурил всего лишь 2 сигареты, 3. Это типа для меня уже рекорд, потому что я бросаю сейчас. Ты видел меня в атриуме, но побоялась подойти. Почему вы боитесь ко мне? Просто уже не первый человек это говорит и пишет то, что видели меня где-то, но боялись подходить. Почему вы боитесь ко мне подойти? Я что, такой страшный, или я как-то не так выгляжу? Пугающе. Ну, как за ЗОЖ? Я не употребляю наркотики, не пью алкоголь. Все, что я плохое делаю, это курю сигареты. Это мой максимум. Отвечаю, дядь, тебе год, и ты пнешь под жопу всем, мне кажется. Сигареты бросаешь? Да, бросаю, пора бы уже. Как я отношусь к дефектам речи? Ну, это можно отработать, и тогда не будет дефекта. А Соф, ты где? Ты приедешь или что? Блин, дождь на улице пошел, просто жесть, погода ужасная. Хочу ли я еще тату? Да, хочу забить себя полностью. У меня есть еще места, куда колоть на самом деле. У меня забита шея, руки, лицо, спина, грудь, живот, но у меня еще есть место на спине и на ногах. А, ну все, супер, я тебя жду тогда. Ну, как быть пиздатым и веселым? Абстрагироваться от всего и... Каждая, если есть, на самом деле есть всякие моменты в жизни, которые тебя загружают. И ты не можешь быть веселым по этой причине, ты загоняешься часто. Но это не решение вопроса. Нужно, мне кажется, отпустить ситуацию и просто работать над ошибками, и все будет окей. А ты точно Бланка, точно. Да, я посмотрел книжную. Мне нужно одну книжку купить. Тоже. Да, клип один, это крутой такой. В смысле? Я в клипах, потому что, ну, не зло так, типа, агрессивность. А в жизни я, ну... Если меня не трогать, то я обычный. Если меня задеть, то я становлюсь каким-то агрессивным. Хочу ли я еще пирсинг? Ну, да, ребят. Да. Насос слился.
Ну да, слился пацан. Не стал газовать дальше. Давай. Бро. Окей, хорошо, я отвечу на вопрос. Я никогда не учился нигде. Я учился только в школе. 9 классов закончил, на этом все, как бы все. Мое образование на этом все, потолок. В плане, я никуда не стал поступать. Я поступил. Сейчас я слегка переобуюсь. Я поступил, но я не стал там учиться, вот и все. Зарабатывал сам. А как я зарабатывал, я считаю, что это не важно. Ресторане Аист. Да, я был там. Не так давно, кстати, туда заезжал. Иногда заезжаю, но редко. Я, если честно, не люблю рестораны. Вот честно могу сказать. Не знаю почему, но мне больше нравится фастфуд еда. Там всякие KFC-шки, Макдаки. Может быть, типа ББ Бургерс. Или такие вот моменты. Могу заехать, суп поесть. Значит, я тебя видел. Травой банчил. Не важно, что я делал, почему меня так интересует, чем я занимался. Да, я до сих пор танцую. У тебя паленый шмот? Нет. Я не ношу паль. То есть я считаю, что паль носить это, ну, такое себе. Не очень круто. Ну я худой, да, я типа не понимаю. Это быстрый обмен веществ. Но я уверен, что годам к 30, к 40 я отдам пузо. У меня такое пузо будет, что я уверен. Потому что у меня в семье все худые, да, то есть, но когда возраст подошел уже. Делал 40 и 50, нормально такой, веса начали набираться, пузы появляться и так далее. Как я с Кирюхой познакомился? Ну, типа в одной компании. Когда я в бас ночью завтра, он такси уже подъехало. Почему все рэперы не планируют до 40 дожить? Кстати, да, я заметил эту тему. Сейчас стало модно к 20 отъехать. На скейте катал. Я пытался, но упал и сломал его, и чуть руку себе не сломал. Привет, привет. Умом. Мы Оуджи убрали, оставили Бланка. Все очень просто. Не сколько мне лет? 21. Какие фильмы я люблю? Психологию. Блин, такая жесть. Настолько, вот, я так понял, что насколько же бывают мстительные женщины. Поэтому, пацаны, никогда не обижайте девушек. Они очень мстительные. Слушаю я сам себя. Ну да, слушаю. Так сказать, работаю над ошибками тоже. Привет.
Реально в 16 не был такой на лице. Да, надпись. Потом вот это. Потом что-то еще. Я уже не помню, на самом деле, последовательность татуировок, которые я набил на лице. Салют, Янг Джи. О, Янг Джи. Салют. Привет, привет. У тебя звук иногда пропадает. Наверное, из-за связи. Так, ладно, народ, я пошел. Всем хорошего вечера.